очнулся? С возвращением в наш мир, парень. Мы уже не надеялись, что ты придешь в себя. Место это странное, странное и страшное. Мы его между собой пространственной аномалией кличем. Куда ни пойди, вечно возвращаешься туда, откуда начал идти. Пространство ограничено каким-то полем, которое вечно отбрасывает тебя обратно в центр. И как найти выход из этой головоломки, я не знаю. Скажу прямо, многие будут тебе не рады, по крайней мере, поначалу. Да и у меня пока нет оснований доверять тебе. Так, наемник, давай выясним один момент. Балласт нам в группе не нужен. У нас здесь каждый выполняет какую-то функцию. Если будешь просто мешкаться под ногами, не пожалею одного патрона, чтобы разобраться с тобой, уяснил?